Отец поп-короля Филиппа Киркорова Бедрос признался, что больше не ездит вместе с сыном на его концерты. Он покинул шоу. Всему виной слишком большие нагрузки, которые пожилому человеку уже было тяжело переносить. Как рассказал Бедрос Киркоров, раньше он сам говорил сыну, что для артиста условия не важны. Он должен всего себя отдавать перед зрителями. Но сейчас я уже не могу вести такую жизнь, как раньше. Возраст все-таки, сказал он. Кстати, Бедрос советует и Филиппу остановиться. Известно, что у певца очень напряженный график. Как считает его папа, Филипп тоже уже не молодой человек и должен регулировать нагрузки. Иначе можно подорвать здоровье, которое будет сложно восстановить. Сейчас Бедрос очень много времени проводит в Новгороде, где живет вместе со своей супругой. По его признанию, каждое утро он делает гимнастику. Без спорта в нашей жизни, как он говорит, никуда. Подводит порой Бедрос и здоровье. В такие дни он отправляется к врачам. Бывает он и в Москве у своих внуков, которых безумно любит. В прекрасных отношениях Бедрос Киркоров и с бывшей женой своего сына Аллой Пугачевой. Они регулярно созваниваются. Поздравляем друг друга с праздниками, днями рождения. Я ее знал еще молодой девчонкой, мы вместе работали в одной организации, в Москонце-Йорте. Еще до того, как она поехала на Золотой Орфей. Сейчас ей некогда, она готовится к концерту, занимается воспитанием детей, говорит отец Филиппа Киркорова, слова которого приводит собеседник.